наши наколенники. У них резиночка вот тут сверху мягкая. Изготовлены они сами по себе из плотного трикотажа. Там, где касаются коленок, вот именно то, что на коленок, это махровая ткань. Вот она. Больше дополнительных никаких вкладышей нет. И вот они сверху резиночки сделаны. Их одевают деткам, когда они начинают ползать, чтобы коленки себе не стирали. Ну и детки, которые не ползают, но часто при прогулке ходят и падают, им тоже можно одеть. В принципе, после 1,5 лет они не нужны. Детки уже уверенно на ножках ходят. Такие они на коленке.